What is happiness for you? Вот она, красавица. Розовая вешенка, или как по-другому ее еще называют, фламинго. Вешенка фламинго. Вы просто посмотрите вот на эту красоту. Вот она такого ярко-розового цвета. Вот такая красота. Многие грибоводы там рассказывают истории о том, что она жесткая там или еще что-то. Она имеет нежнейший такой лимонный запах. Нежнейший такой какой-то цитрусовый, не лимонный, возможно, цитрусовый такой запах. Очень красивый внешний вид. Она, видите, как цветочки, как розочки выглядит. Вот. Какие красивые цветочки. Очень дисциплинированный, хороший грибочек. Прекрасно урожайничает. Одни и те же дырочки. Тут даже вот видно, немножко тут мы не собрали предыдущий, плохо зачистка была сделана в дырочках. И несмотря на это, она в те же самые дырочки красивенько себе перфорации зарастает. Дает вот такие красивейшие грибочки. И там многие матерые такие грибоводы там говорят о нецелесообразности там выращивания всякой экзотики, там цветных, лимонных и так дальше. Я вам скажу, что на прилавке вот такая розовая вешенка, если она у вас будет, то она в первую очередь будет лучше продавать вам серую вешенку. Когда вместе с серой вешенкой будет вот такая красота, ни один человек не сможет пройти мимо такого прилавка и обязательно захочет попробовать вот такую вот красивую экзотику. Вот такие вот красивые грибочки. Вот опять же таки плохо была зачищена перфорация и немножко такая подпортилась. Вот такие вот красивые цветочки. Она такая коралловая, почти красная. Видите, вот такого цвета. Вот. На фоне запасчика она вот такого ярко-оранжевого цвета. Не оранжевого, а ярко такой, ярчайше розового цвета. Такого вот кораллового. Вот. Как вы сами увидите, если розовая вешенка начинает перерастать, вот, то она... Вот тут такие тоже красивейшие. Хотелось бы даже взять их, достать. Взять в руки. Вот какая она красивая. 100 ящичек. Вот какие красивые сросточки. Цветы. Это не грибы, это цветы. Какая красота. Вот. И когда розовая вешенка начинает перерастать, то есть не вовремя мы ее соберем, то в результате мы получим не розовую, а уже такую. Ну, она тоже розовая, но она такая бело-розовая. Вот такие. Она теряет просто цвет. Поэтому лучше ее снимать вовремя, когда она вот такая кораллово-розовая. И очень красивая вешенка. Есть у меня и клеточная культура этой вешенки. Если кому-то будет интересно, то, пожалуйста, пишите мне в Skype насчет приобретения клеточной культуры на жидкой среде. Вот, полюбуемся еще раз на эту красоту. Такая вешенка, ну, не оставит равнодушным ни одного человека. Естественно, невозможно это не приготовить, не попробовать. Или, скажем, в салате она будет выглядеть просто, напросто изумительно.